В работе была очень старенькая Мерида М90 из Европы с такими вот еще наклеечками. Велосипед очень-очень древний. У него стоял задний переключатель Синтур и монетка Синтур. Но, к сожалению, монетка была сломана, неисправна, и переключатель работал очень плохо. Поэтому поставили подделку под китайский турней. Поставили китайскую монетку тоже. Новые ручки тормозные, перебрали втулки, протянули колеса, настроили тормоза, частично рубашки, тросики поменяли. В общем, такое простенькое базовое ТО. Мерида очень древняя, но она на 9 скоростей была. Я даже удивился, насколько здесь древний синтуровский переключатель. Сейчас я вам его тоже покажу. В общем, такое небольшое обслуживание, легкое, скажем так. Без замены каретки, без замены трансмиссии. Велосипед катался совсем немного. Но вот именно втулочки требовали внимания. И базовая настройка всего. А вот этот переключатель Синтур. Дуро или Дора. На 9 скоростей. Очень древний. И, ну, точнее, монетка, а вот сам переклюк XM. У него, вероятно, какой-то свой шаг, и он не совместим ни с Шимано, ни со Срамом. Такой вот интересный у него подвод, гибкий, закрепленный под рубашку. Переключатель прикольный, но вот, к сожалению, монетка неисправна. У нее щелчки и вперед, и назад, и она где-то заклинивает. Вот, и не работает.